Ассистент по паралитику. У нас сегодня в гостях команда Харковки. Правильно? Да. Скажи, почему произошло вот такое изменение, наверное? И можете, скажи, почему был Арсенал, стал Харковки? Ну, там была еще дома еще одна команда Арсенал 2. Сам знаешь, не попросили. Была их команда. То ли попросили поменять, мы поменяли. А как приходила, вот, пришла именно идея вот, именно название Харковки? Объясните, с чем это связано? С Алло. Выдержано. А были еще варианты? Не было. Практически не было. То есть у нас в основном все люди живут на Харьковском. Ну, вот, чуть не надо. Ну, не было там всяких параллелей. Все живут на Харьковском, как Позняки, там, Сокарки. И не было таких вариантов? Нет, не было. То есть, как бы, Артём, Бухарест был, а ты же один раз не принял название. А хотя это же город. Очень известно. Мы рассмотрим. Ты же не разрешился? Вот если ты сейчас отмечешь столица какой-то страны, Бухарест, мы думаем. Болгария, по-моему. Понятно. По этой причине, что пока мы... Хорошо, переходим дальше. Скажите, пожалуйста, ну, я не знаю, наверное, Гиль, вопрос. Скажи, пожалуйста, изменилась ли игра команды Харьковской по сравнению вот с прошлым сезоном? В чем различие между Харьковским и Арсеналом? Ну, я, к сожалению, в прошлом сезоне мало играл, в другом городе жил. Но игра изменилась, поскольку у нас уже есть костяк, состав, который постоянно приезжает на каждую игру. У нас в прошлом году еще были какие-то разногласия, даже на играх, перед играми, после, споры. Сейчас мы просто приезжаем, каждый знает свою позицию, на которой он играет. Единственное, просто немножко определяем, там, кто выходит в первом тайме, кто во втором. Но играют все. То есть за каждую игру, каждый игрок, который приехал, у нас играет. Не бывает такого, что там одни играют, а вторые сидят постоянно. То есть, поэтому и команда дружная с этого района, поэтому неплохо все получается. Хорошо, спасибо. Ты новичок команды. Как бы ты охарактеризовал вот одним предложением, команда Харьковский это... Это номер один. Ну, а более детально. Ну, команда хорошая, хорошие игроки, ответственность есть в команде. Все знают, чем они занимаются. Ребята приходят сюда, отражаются на все 100, чтобы почувствовать этот вкус футбола и понимать, что они пришли сюда не просто посидеть, а поиграть в свое удовольствие и понять, что такое игра. Хорошо, спасибо большое. В прошлом году вы были командой первого тайма, немного. Ну, по статистике говорит, как думаешь, в этом году что-то изменилось вообще? И еще такой же вопрос относительно опять же Глоб. Команда, наверное, которая стала лидером по количеству дублей. То есть достаточно много было когда сезона, 15 дублей. Что можно сказать по поводу этого сезона? Есть ли изменения в статистике? Ну, изменения в статистике есть, конечно. Будут, потому что, как сказал Сергей, у нас команда более лучше собирались, как я сказал, чем в прошлом году. Потому что в прошлом году мы, скажем так, по-разному собирались, и слушали с Димой, что есть косяк. И насчет дубли скажу, что как получится, как попрется, что футбол. Может быть и дубль в первом тайме, может во втором, чтобы вообще его не было. Так считаю. Ну, как получится. Я понял. Хорошо. Кто сейчас занимается выставлением вот основного состава и заменами? Иван. Иван, ну сколько это сложно? Скажи, пожалуйста. Стоит? Сложно. У вас есть ценовая политика, на какую позицию игрок выходит? Василий, сейчас будет секрет, сколько стоит поиграть нападение у вас? Дорого. Ванька, так что, скажи, пожалуйста, как ты чувствуешь, на какую руку он необходимо выставляет? Так что, у нас основа есть, в принципе, основной состав выходит, а... Кто не успел, тот опоздал. Кто не успел, да, тот и не выходит, а... В принципе, кто ребята просит замену, то меняем, потому что ребята устают часто. Ну, вот есть человек, который вот постоянно на заменах, вот какой-то джокер такой, который там выходит? Да, есть. И такие не один человек. Как кто? Васильевич, а ну скажи, пожалуйста, как ты вот видишь со стороны Харьковской вот плюсы и минусы, сильные стороны слабые? Так больше пасы начали давать, да и все. Просто начали играть пас, это держать хорошо мяч просто, потому что, кажется, все умеют, но просто что уже сыгранность пошла очень сильно. Ты был в свое время тренером?
И вот скажи, пожалуйста, на какого тренера вот похож Иван? Есть пример? На Ковчанова Габулу, да, где-то есть. Да я столько лад, не говорю. Так что, скажите, пожалуйста, какая, вот, на ваш взгляд, у вас самая сильная линия в команде? Защитник. Нападение? А можно сказать, почему, чем это связано? Потому что, смотри, Варик с Калиной, они уже полноценные два сезона играли. Да, и вот сыгрались. Они сыграли. Полностью. Уже... Калина больше пасов ему дает, аж так наблюдать. Он просто ощущает. За два года они сыграли. Да, то есть Валик убили, куда надо бежать. Показали место. Да, и вот, то есть они вот так вот сыгрались, и вот, что приятно, вот они друг друга чувствуют. И само уже забивают. Да, и забивают. Больше, чем Маша. Валик это по небу. Ну да, а есть у вас позиция, которая требует усиления? Есть. Защита. Защита? Чем это связано? Ну, есть у нас центральный защитник, который немножко... За шиворот. Да, за шиворот выпускают. Он понимает это, но почему-то у него это традиция. А кого бы вы из известных футболистов пригласили бы себе в команду для усиления? Никого подошел? Нет, никого. Никого бы не подошел. А по стилю их команды? Артем, они столько не выиграли. Привлечение не сильно. По стилю их команды Харьковской. Какой известный мировой клуб похож? Рифпут. Есть такой? Нет, харьковский это харьковский. На мировые клубы мы не собираемся. Мы не тянем. Это клубы у нас не тянут. Да. Но у нас вот так получается то, что мы можем и то, что нам дают. Может. Кого видите фаворитами в этом турнире, соответственно, конкурентами за призовые места? Ну, кто? Аратный, СНВ. Ну, Самсон, мы не знаем, это оно как бы вроде как... Новая эра, как бы в лотерею рекламируют, а почему-то у нее одни переносы. То есть. Раз посмотрели, то есть они как с СНВ играли, их пришло там пару человек, и то есть, ну, они так, СНВ дала своих, и они между собой поиграли. То есть, ну, все одно. Я понял. Хорошо. Спасибо большое, Василий. Ты как на правах старшего команды. Пожелаешь ты игрокам? Команды Харьковской. Ну что, в первую очередь это, чтобы меньше травм было. Ну, здоровье. Ну, успехов. Давай я пожелаю. Просто. Мы с тобой не провалили. Чтобы приходили на игры на Лисбутуна. Хорошо. Вот это было. Потому что потом мне играть очень тяжело. Потом это фамилия игрока ваша? Да. Хорошо, тогда пусть мы у вас снова. Пожелаю вам хорошего.